Всем привет! Меня зовут Фирсова Юлия, я амбассадор бренда JBL Russia. И сегодня мы будем выходить на улицы города, избавлять прохожих от их наушников и менять их на новую модель Tune 500BT. Предлагаю тебе бартер, обменять твои наушники, не пугайся, то, что у меня ножницы, обменять твои наушники на наушники JBL Tune 500BT. Ну, смотри, они беспроводные, во-первых. Я смотрю, у тебя проводные наушники, это что за модель? Вот, ну я тебе предлагаю JBL, они новые, новая модель, такой замечательный синий цвет, подойдет тебе под сумочку и под платье. И, ну, я не тут покинуть не вижу, только единственное, что нужно будет от них избавиться самой. Давай, 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 вдвое сложим, давай, вот так вот. Как ленточку перерезаем. Есть, поздравляю тебя, ты обладательница крутых синих наушников Tune 500BT. Вкусно, что ты взяла просто, когда ленточку надо было перерезать, закрыла ее рукой, мне ничего не снял. Серьезно? Ну, конечно, надо следить за камерами. Ты можешь мне печальную слезу здесь подставить? Здрасте. Привет. Ничего, что я тут рядом посижу. Да? Сядем потом. Они так мне не нравятся, они как-то так неприглядно лежат. Единственное, что с ними надо будет распрощаться. Я не могу их порезать, потому что у меня с собой великолепные ножнички, но я предлагаю тебе на них, давай на них станцуем, давай их, короче, растопчем. В обмен на эти. В обмен на эти. Окей, давай. Ну, короче, шарфик, давай. Молодец. Такая, да? Это слезает, что это? Мама дарила. Мама дарила, мама дарила. Хорошего дня, привет маме! Лишили пацана наушников, которые мама подарила. Ребят, я вам не помешаю. Привет, я предлагаю вам, я режу ваши наушники, ваши прекрасные леди, и даю вот такие вот замечательные наушники Tune 500BT. Воу! Кто у вас наушники останутся? Все, замечательно, поздравляю вас! Так быстро? А мне? Ну, а у тебя есть наушники, которые мы можем порезать, растоптать, переехать и что-то дома, с ними сделать? Дома? Ну, я не знаю, ты можешь здесь что-то сделать за эти наушники. Будете прыгать? У вас сейчас юбочка, быстрее будете сохнуть. Есть! Еще одна! Что там? Держи, поздравляю тебя. Да и что? Мы без тебя договорились. Давай, задний не даешь, ты же не панин, давай, режь. Дороже. Эти дороже стоят, ты что? Давай. Давай. Давай я, давай жучек прям разрезай, давай. Я никогда не видела, что будет случаться с наушниками, которые переезжают на велике. Сможешь четко попасть в наушник? Мочи, долб... Подождите, давайте я. Давай, добивай. И ухожу домой. Держи, поздравляю тебя. Твои новые наушники Tune 500BT. Ты красавчик. Я снялся в клипе просто пипец. Да, да. Мама, я завтра буду популярен. Мама, я с этими вайнерами. Короче, ребята снимают прямой эфир. Они сказали, что согласны на все, поэтому ты сейчас раздеваешься. Я у тебя на груди пишу JBL, мы спринтуем туда, обратно, и наушники твои. Ты готов? Нельзя просто заднюю уже дать, да? Просто на груди.
наши съемки подошли к концу, у нас остались последние наушники, и сейчас я пойду к девчонкам. Кому тема, буду предлагать им сделать что-нибудь оригинальное. Ребят, да. А что нужно сделать, чтобы наушники? Я хотела там что-то творили всякие безумства. Мне кажется, очень скромная девочка, не знаю, а что ты готова сделать за наушники? Я? Да. Все что угодно. Ну, не знаю. Ну, давай разбегайся, беги туда, я ори, Джей Би. Слушай, а... Оу! Так. Что за... Чего? Короче, мы не подойдем к девочкам, походу, дело к нам сама подошла сумасшедшая девочка и просто сперла у нас наушники. Она вернется? Думаю, что нет. Но на этом мы даже подходим к концу. И танцуем. Если ты обычный парень, тебе не светят никогда. Такие девушки, как звезды, такие звезды. Мы с фасада, мы с Сергеем фасада. Такие девушки, как звезды, такие звезды. Лёля, твоя сестра. Это мой город, короче, ничего себе. Я так и знала, что самые безбашенные люди на улице будут из посада, короче. За посадки! Такие звёзды, такие звёзды. Так, ещё